Волейбольный клуб «Прикамье» провел первый матч в новом году. Пермяки на выезде сыграли с казанским «Зенитом». Начало встречи с действующим чемпионом страны наша команда откровенно провалила. В первой партии пермяки смогли набрать только 8 очков. Но затем гости взяли себя в руки и дали отпор одному из сильнейших клубов Европы. Счет по партиям сравнялся, и казанцам пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть преимущество. В третьем сете дело едва не дошло до больше-меньше. Ну а в заключительной партии чемпион России своего уже не упустил. В итоге поражение Прикамья 1-3. После матча наша команда домой не вернулась, а сразу отправилась в Минск, где в эту субботу сыграет с «Шахтером» из Солигорска. Очередной матч провели хоккеисты «Молота» Прикамья. В третьем матче домашней серии наша команда встречалась с красноярским «Соколом». Несмотря на то, что сибиряки занимают 21 место в общей таблице ВХЛ, легкой прогулки для пермяков не получилось. Хотя молотобойцы и открыли счет, уже на 4-й минуте отличился Бардин. Однако еще до первого перерыва гостям удалось не только отыграться, но и выйти вперед. В результате отдыхать соперники ушли при счете 1-2. Ударно наши провели второй период. Сначала на 24-й минуте в большинстве Тополь сравнял счет. Затем Рахимулин через 7 минут вывел свою команду вперед 3-2. Развить успех, впрочем, «Молоту» не удалось. В третьем игровом отрезке «Сокол», играя в меньшинстве, сумел ликвидировать отставание. Полпериода хозяева льда пытались вырвать победу в основное время матча, но не смогли. Получилось раздобыть только 2 очка. В овертайме проявили себя братья Ушенины. Вячеслав выиграл вбрасывание, а Владислав забил. «Молот» выиграл 4-3. Первый период мы играли хорошо, выигрывали. Во втором периоде наш соперник чуть-чуть прибавил в темпе мы. Не хватали немножко в третьем периоде, я думаю, мы были лучшей командой. Что сказать? В овертайме мы сделали такую ошибку при бросивании, это нельзя. Выиграли, я имею в виду, хоть в овертайме, это все равно победа. То есть это как-то и психологически добавляет уверенности игрокам. Такие победы, что в буллитной серии, что в овертайме, я думаю, все нормально, подкорректируем немножко и в поездку поедем с хорошим настроением. Теперь «Молот» отправляется на выезд. Впереди встреча с воронежским «Бураном», пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом». Гандболисты пермских «Медведей» вышли из новогоднего отпуска и приступили к тренировкам. «Сосновой» занимается 6 представителей дублирующего состава. Это полевые игроки Артем Яунин, Иван Халимов, Илья Пастухов и Родион Виноградов. А также 2 вратаря – Роман Маньков и Дмитрий Холмов. Впереди у «Медведей» кубковые игры с челябинским «Локомотивом». 19 января предстоит игра на выезде, а 26 числа дома. Тем временем футбольный клуб «Амкар» определился с датами проведения контрольных матчей на первом учебно-тренировочном сборе. Красно-черные сыграют 18, 22 и 26 января. А с соперниками определятся позднее. Напомним, наша команда соберется для начала подготовки к весенне-летней части сезона 2012-2013 годов 15 января в турецком Белеке. Олег Романов, телевизионная служба новостей.